Ребята, всем привет, с вами Артпо. Ежедневно я получаю сотни комментариев с просьбой повторить какие-нибудь голы. И вот я выписал 10 рандомных голов, и сейчас мы их будем повторять. Парни, и как вы помните, за каждый неповторенный гол я отправляю 500 рублей тому, кто написал это задание. Так, мы сегодня повторим ровно 5 голов, и у меня будет от 1 до 10 попыток. Мы это вбьем в рандомайзер и выберем, сколько у меня будет ударов. Так, давайте определяться с первым голом. Первый конверт. И первый гол от Криштиану Роналду. Привет, Арпо, можешь повторить гол Криштиану Роналду в 2009 году против Порту? Но это будет не очень легко. Потому что он сработал здесь из центра практически, по восходящей в девятку дал. Так, давайте сейчас решим, сколько у меня будет ударов. Так, первый гол генерируем. 6 попыток. 6 попыток на удар Роналду. Ну, я думаю, в принципе, это выполнимо. Слава богу, ни одна, ни две, потому что, ну, первые 3 попытки будут пристрелочные. Дальше я примерно пойму, как бить, и он точно залетит в 9. Let's go. Ребят, ну, первая попытка. Вот эта штука в роли Андерсона. Поехали. Пацаны, ну это первый удар. Еще 5 осталось. В принципе, до створа ворот немного осталось, 5 метров. Сейчас будем все ближе и ближе бить и на 6-ю попадем. Так, все, пацаны, вторая попытка. А, блядь, куда я бью? Походу 500 рублей к Криштиану Роналду улетаю. Что-то было похоже, хотя бы уже мяч подняли. Ну, это даже близко, пацаны, даже близко не похоже. Роналду с пушки такой взлет дал. У меня еще и вратаря нет, а я даже попасть не могу. 3 попытки осталось, пацаны, 3. Блядь. Это вообще, это катастрофа, я даже забить не могу. Настолько я труп. Пацаны, нет, ну это оно. Чистейший, нет? Now Ronaldo. Long way out. What a goal! Not too far out for him. Пацаны, не, ну вроде идентично. Тоже на взлет пошла. Не знаю, я бы засчитал. Слава богу, была камера за воротами. Сейчас глянем. Отвратительный пас. Прием. No. Бам. Блин, ну вроде похоже. Неплохой, он чуть-чуть, да, в конце упал. Давай возьмем во внимание то, что это был Криштиану Роналду. Это первое. И второе, у них был какой-то мяч. Вспомни раньше Лига Чемпионовские мячи. Их удар, он туда в Сбербанк полетит. Короче, пацаны, я не знаю, как вы, но я бы засчитал этот гол. Напишите в комментах, похоже или нет. Повторяем второй гол. Сейчас опять же рандомно выбираем. Пусть этот конверт. От Рамазана. Салам алейкум, брат. Пожалуйста, повтори гол Асхата Тагыбергена. Асхата Тагыбергена. Тагыбер. Повтори гол Асхата Тагыбергена на игре Казахстан-Дания. Думаю, у тебя получится. Рамазан в меня верит. Сейчас посмотрим, сколько у меня будет на это попыток. На этот удар у нас 3 попытки. Но это будет, мне кажется, посложнее удар, чем Роналду. Потому что Асхат. Асхат принял идеальный мяч и в дальнюю 9 положил. Петр Шмехель отдыхать лег. Казахстан 2-1 выиграл. Поехали. Пацаны, представляем, чемпионат Европы, отборочный. Казахстан-Дания. Весь стадион. Все кричат: «Алга, Казахстан!» Асхат получает мяч. Идеально в ножку. Принимает. И не забивает. Будь я на месте Асхата, меня бы весь Казахстан бы хлопнул бы и домой отправил. Но у меня еще есть 2 попытки. Сейчас попробуем повторить. Вторая попытка. Я верю. Почти 9. На колбу какой-то был, вильнул. Но даже опять не близко. Последняя попытка. Честно, 2% даю себе, что попаду. Вот это точно я не выполнил. Абсолютно. Даже близко не ударил. Но Асхат что? Асхат красавец. Его тогда весь Казахстан почитал. Считали легендой уже. Короче, не забил. Давайте к третьему удару переходим. Но я, честно, даже и не рассчитывал, что забил. Потому что тогда удар был космический. Даже поинтереснее, чем Роналду. Рамазан, тебе отправляется 500 рублей. Поехали. Ребят, на очереди третий гол. 8 конвертов. Сейчас выбираем снова. Пусть этот. Арпо, повтори гол Дэйна Станковича в Лиге Чемпионов 2011 в матче Интер-Шальке.
Я думаю, ребят, вы помните, когда Нойер на ошибке головой выбивает, и Дэйн Станкович на опыте, даже мяч ни разу не стукнулся, за уши ему дает. Фантастика. Поехали. Ребят, генерируем. 9 попыток. 9 попыток на такой гол, но я думаю, это возможно. Это попроще точно, чем Роналду и гол Асхата. Но тут надо, чтобы на подъем мяч лег. Идеально лег. Я думаю, мы сможем повторить. Мой прогноз – 4 попытки. Повторяем братский гол серба. Сейчас я кидаю мяч, вратарь головой выбит. Будем ловить, пытаться. Поехали. Пацаны, это катастрофа. Смотри, мяч даже до линии не докатился. Но есть отмазка. В щиток попал. Опять щиток. Пацаны, если на подъем ляжет, он упадет туда в ворота 100%. Я не могу попасть, я труп. Бля! Мне очень стыдно. Вот нереально стыдно. Ладно бы мяч хотя бы там в перекладину попал, выше ворот. Я по мячу попасть не могу. Пацаны, ну я говорил, на 4-й попытке попаду. Вот на 4-й. Вот оно. Да нет! Это так стыдно, пацаны, вы не представляете. Все идеально. Остается просто положить корпус, попасть на подъем. Я даже не могу по мячу попасть, по воротам не могу попасть. 5-я попытка. Вот оно. Да нет! Вот. Ой! Пацаны, сейчас сделал 6 ударов. У меня уже в голове мысль, то, что Станкович, ну реально хороший футболист. Я вот когда это задание писал, я думал, блин, ну запросто повторю. Что сложного? С лету попасть в пустые ворота. 6 ударов, я даже близко не попал. 3 попытки осталось. Я думаю, может уже сразу к другому заданию перейти. Ай, умница. Да нет! 2 удара осталось. Последний удар, я уже выдохся. Поехали. Вот она! Пацаны! Я не знаю, там был гол или нет. К сожалению, у нас нет камеры, которая там стоит. Но у Станковича, в чем отличие? Он точно попал в ворота напрямую, прям в сетку туда. У меня стукнулся, я не знаю, на границе с линией. Пацаны, опять очень спорный момент, в комментах пишите. Пацаны, ну в любом случае, подписчику половину сумму скину, потому что очень спорный момент, не прям идентично попал. Но я честно рад, потому что последняя попытка, смотря на последние мои удары предыдущие, это была катастрофа полная. И сейчас вроде неплохо приложился, лег на подъем, ну вроде похож. 4-й удар, пацаны, 7 конвертов, поехали. Улугбек. Повтори гол Куарезми. Ворота Ирана. Чемпионат мира 2018. Та самая шведка в девяточку. Ну как еще Куарер может забить? Думаю, повторим. Мой прогноз. 2 попытки мне хватит. Но у меня сейчас в телефоне один удар попадется. Смотрим. Генерируем. 5 попыток. Я думаю, спокойно справимся с этим ударом. Пацаны, 5 попыток. Вроде не такой сложный удар. Постоянно в ТикТоке такие голы повторяю. Срабатываю, внешне бью. Я думаю, точно забьем его. 100%. Поехали. Первая попытка. Вроде прокинул нормально. Ну, главное, что мяч могу поднять. Самое главное. Осталось чуть-чуть настроиться, девяточку как-то попасть. Миллиметр до крестовины, пацаны. Чуть-чуть не хватает. Вот до этого было правее. Еще правее. И ляжет в 9. 3-й удар, она сидит. Да нет! 2 удара осталось. Блин, пацаны, если такой простой гол не повторим, то это такой стыд. 4-й удар. Вот, Корель. Вот теперь точно Куарежми. Последняя попытка. Станковича все-таки повторили в последний. Криштиану в предпоследний. И Куарежму. Последний удар. Я по-братски. Вставьте музыку. Рабочий гол. Ну, абсолютно не похоже. Переходим к 5-му удару. Улугбек, братик, 500 рублей тебе улетают. Спасибо за задание. 5-й удар. Выбираем. Хоть бы гол Дзюбы с пенальти ворот Испании. Хоть бы он. Арсен Тотенков. Брат, ты сможешь повторить гол через себя? Как Роналду против Ювентус. Пацаны, ну вот это, наверное, самый сложный гол на сегодняшний день. Хотя через себя иногда попадаю, но это будет очень тяжело. Последний удар. Генерируем. 3 удара. 3 попытки, в принципе, на такой удар. Ну, самое то. Поехали, последний удар. Арсений.
берегись. Ребят, есть один косяк в моем исполнении. Я когда черыся бью, всегда на прямую руку падаю. Мне в комментах пишут: брат, берегись, не падай, брат, ты еще маме нужен. Я не знаю, сейчас буду как-то падать, и как Криштиану Роналду, или наперед, или на спину, или на плечо. Но главное, не на руку. Поехали, последний удар. Вот она. Ребят, последний удар в этом ролике. Третья попытка. Поехали, последний удар. Арсений! Все. Вот сейчас, кстати, я опять на руку упал. Сейчас почувствовалась боль. Короче, Арсений, братик, тебе тоже 500 рублей улетает. В принципе, баланс этого ролика минус 1500. 2 из 5 ударов повторил, 3 не смог. Соответственно, 500 рублей пацанам ушло. Но еще есть 2 гола мои под вопросом. Криштиану и Станкович. Напишите в комментах, было похоже или нет. И еще, если вы хотите попасть в следующий ролик, заходите в мой телеграм и оставляйте голы, которые мне надо повторить. Будет вторая часть 100%. Спасибо, пока.